вами магазин «Инструмент-центр». Сегодня у нас в видеообзоре набор «Коруда» на 94 предмета КР-4094. Это код товара. «Коруда» — это тайваньский бренд, профессиональный инструмент. Производитель также указывает пожизненную гарантию на инструмент. Упаковка самого набора идет. Сделана Тайвань, комплектация. С обратной стороны, где производится набор. То есть остров Тайвань. У нас сегодня на 94 предмета. Отличие от 4108, который 108 предметов, здесь нет 12-гранных головок, то есть 12, вернее, головок торкс. То есть в данном наборе только 6-гранный профиль без головок торкс. Вот. Такая идет прокладка между крышек, ложится поролон. Трещотки в наборе на 36 зубьев, 2 трещотки. По 2 рабочих квадрата, 1/4 маленькая трещотка и 1/2 дюйма большая трещотка, 36 зубьев. Под 1/2 у нас 250 мм трещотка, длина маленькая, 145. Рукоятки полностью пластик. На металле логотип «Коруда» и номер по каталогу, то есть имеет трещотку. Реверс, быстрый сброс. Все то же самое на маленькой трещотке. Трещотки идут прямые. Две свечные головки 16 и 21 мм. Внутри есть резиновые вставки, чтобы свеча не выпадала. Два кардана. Маленькую и большую трещотку. Карданы скреплены металлическими вставками. Набор шестигранников. 3 штуки. Удлинители. Под большую трещотку 2 удлинителя. 250 мм длинный. И поменьше 125. 125 также служит в наборе как Т-образный вороток. Одеваете переходник, адаптер. Получаете Т-образный вороток. Адаптер может служить для перехода с 3/8 дюйма на 1/2. Т-образный вороток под маленькую трещотку, вернее, под маленький квадрат, 1/4 дюйма с плавающей головкой. Три удлинителя под 1/4 дюйма. Гибкий удлинитель 150 мм для трудонаступных мест. 100 мм. И маленький 55. Тверточная рукоятка 150 мм. Рукоятка, ручка из пластика. Есть присоединительный квадрат сверху. Много вариантов. Применяется данная тверточная рукоятка или головки под 1/4, то есть для труднодоступных мест можете что-то выкрутить. Или сюда подсоединяем биты и получаем таким образом отвертку. Так, в наборе шестигранный профиль головок, короткие головки и длинные. Начнем мы с коротких. Под 1/2 дюйма у нас 18 головок, самая маленькая идет 10 мм, шестигранная, самая большая 32 мм. Вес головки 32 мм, 224 грамма. Материал затравления хром-ванадиевая сталь, сверху защитное матовое покрытие есть на инструменте. Маленькие головки, то есть под маленький квадрат 1/4 дюйма, 13 штук, 4 мм, самая маленькая. И самая большая здесь на 14. Головки длинные 12 головок. Самая маленькая 6 мм. И самая большая на 19. Набор бит под 1/4 дюйма. 17 бит. Уже с переходником идут. Профили крестообразные, шестигранные, шлицевые и биты торкс. Нижний ряд бит — это биты под переходник 1/2 дюйма.
Общее количество их 16 бит. Вставляете сюда биту в переходник. Ну или подсоединяете уже трещотку. С комплектацией набора все. Кейс пластик. Соединяется он. Крышки соединяются пластиковыми зависами, внутри металлические ставки. Запирание на пластиковые защелки, но сами петли здесь металлические. И сверху видите такие бляшки металлические с надписью «Коруда». Очень хорошо смотрится. Инструмент хорошо держится, главное защелкивать до конца. Вес набора составляет 6 кг. Ширина кейса 38, длина 28, высота 8 сантиметров. На верхней крышке Коруда КР4094, 94 предмета, набор инструментов сделан на Тайване. За подписку на канал, напоминаю, за оставленный комментарий на сайте, вернее на сайте нашем YouTube, вы получаете скидку дополнительную при заказе. Спасибо, до свидания.